Собрание депутатов объявляет о начале общественных обсуждений законопроектов. Окружной парламент выносит 10 законопроектов по вопросам реализации мер социальной поддержки, внесенных на правах законодательной инициативы губернатором Ненецкого округа. До 15 сентября принимаются предложения по законопроектам об образовании в Ненецком округе, о денежном содержании государственных гражданских служащих, о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Предложения принимаются и к законопроекту о дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов труда в Ненецком округе, о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и о предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан. До 2 октября принимаются предложения по законопроектам о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности. Ознакомиться с законопроектами жители округа могут на официальном сайте собрания депутатов www.sdnow.ru и направить свои замечания и предложения на электронный адрес законодательного органа parliament@sdnow.ru. Депутатами Госдумы к принятию в первом чтении подготовлен законопроект о едином дне голосования. Законопроектом предусматривается возможность совмещения дня голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы с днем голосования на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, то есть в единый день голосования, который является третьим воскресеньем сентября. Законопроект включен в премьерную программу законопроектной работы Государственной Думы на осеннюю сессию 2015 года. Ориентировочная дата рассмотрения – 15 сентября. Владельцев квартир в некоторых многоэтажках необходимо освободить от взносов на капитальный ремонт. С таким предложением выступила группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской. Законопроект внесен на рассмотрение Нижней палаты парламента. Право не платить взносы должны получить владельцы квартир, которые приватизировали их в тот момент, когда дом уже официально был признан требующим капитального ремонта, уверены законодатели. Как отмечают разработчики законопроекта, передаваемое гражданам в порядке приватизации жилье часто было в неудовлетворительном состоянии. Обязательства по приведению в порядок этого фонда были закреплены за государством законом о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Депутаты окружного парламента приняли участие в открытии конференции педагогических работников Ненецкого округа. С докладом на пленарном заседании выступила законодатель Татьяна Бадьян. В своем докладе она более подробно остановилась на формировании единого образовательного пространства и свободе выбора участников образовательного процесса. Кроме того, в ходе ежегодного мероприятия состоялись педагогические чтения и круглый стол, посвященный теме апробации и перспективам внедрения профессионального стандарта в сфере образования.